Алдуин Вокри. Сегодня власть Алдуина будет восстановлена. Но твоя смелость достойна похвалы. Крифотакрин. Теперь умри напрасной смертью. Волнуешься, брат? Победа будет за нами. Почему Алдуин выжидает? Мы рисковали всем из-за твоего плана, старик. Он придет. Он не отринет наш вызов. И зачем ему нас бояться? Мы его хорошо припали. Четверо его родичей пали сегодня от меня. Но никто еще не выстоял против самого Алдуина. Халдор, Сори, Иркир. У них не было дракона боя. Как только мы его звали, клянусь, я отрублю ему голову. Ты не понимаешь. Алдуина нельзя убить, как меньших драконов. Он нам не по силам. Вот почему я принес древний свиток. Фелдер, мы же решили его не использовать. Я не соглашался. И если ты прав, нет, он мне не мы понадобится. Мы разберемся с Алдуином сами. Здесь и сейчас. Скоро мы все увидим. Алдуин приближается. Мелье. Тарадисанне. Химхин де Балив. Сухинта. И пусть позарится на тех, кто смотрит на нас. Да, пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами.
Что? А ты еще откуда? Кронгра, воистину у тебя голос как у Дова. Союзники Алдуина дважды подумают после этой победы. Нили Врахин Мора. Верно, это не окончательная Кронгра, победа. Но даже герои древности не смогли одолеть Алдуина в открытом бою. Алдуин всегда был полог, горд в своей силе. Узнагар-Пар, он принял владычество как свое родовое право. Это должно поколебать верность дов, которые ему служат. Да, один из его союзников мог бы нам рассказать. Матмахус, но нелегко будет убедить одного из них предать его. Возможно, Хавкас-Юн, дворец в Вайтране, драконий предел. Его построили, чтобы держать там пленного Дова. Хорошее место, чтобы заточить одного из союзников Алдуина, а? Да, но твой Суум силен. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить его. Да, это было сотни лет назад, ты же понимаешь. Тогда нас было больше. Прежде чем бруники, аковирцы пришли и перебили всех моих Зейма. Я заглядывал к нему время от времени, почти обезумевшего от одиночества и плена. Тирас-Сивас. Он даже забыл свое собственное имя. Я не знаю, как его смогли поймать, но Брун-Юн, Ярл,
очень гордился своим зверем. Пак. С тех пор Хофкас-Июн стал называться Драконий Предел. Локшу.